Сегодня 28 июня 2021 года. С сегодняшнего дня разрешается не использовать маску на открытом воздухе. И давайте посмотрим, как итальянцы, снимают ли маски или не снимают. Questo qua facciamo sì, finta. Sì, guardi qua e poi facciamo finta. Mm-hmm. Oh, come parli con me, parli. Sì, come allora, questo qua va messo dall'altra parte. Mm-hmm. Fai girare un po' così. No, no, non serve, lascia. Oh, fai finta. Senza mani, grazie. Parli di qualcosa di qua. Stanno a parlare. Perfetto. Vieni, a me se ne posso. Tengo a te, ma. Posso cadere. Vede bene? Normale. Fermati un po'. Così o no? Sì. Cacchi. Due volte fai. Non ci vuoi fare. No. No. Fai finta. Sì, faccio finta. Dai, dai, dai. Fai due, devi fare due volte. Sì. Come sono due volte, fai tac, sì. Tac. Tac, tac. Tieni bene a me per non cadere. Ну, из всей сложившейся картины, мне кажется, сняли маски 30%. И вот такая вышла интересная статья, где написано, что в отпуск нужно ехать только после второй дозы волшебного укола. И просто зеленого пропуска, этого зеленого Green Pass, будет недостаточно. А почему, я вам сейчас объясню. И вот они, значит, тут пишут. Давайте попробуем подумать о том, что может случиться в июле и августе со многими молодыми людьми, которые могут решить провести свой отпуск в Испании, Греции, Мальте, и им не сделали волшебный укол. Накануне отъезда молодой человек до получения зеленого пропуска сдает тест минимум за 48 часов. Для следующих движений он должен будет снова провести тест. Допустим, в течение 2 недель отпуска на Ибице или Корфу он, к сожалению, познакомился с положительным сверстником. Из-за теста, необходимого для получения зеленого света с зеленым пропуском, прежде чем сесть в самолет, вы дослушайте сейчас очень сильно удивитесь.
который должен доставить его обратно в Италию, он тоже инфицирован. В таком случае он должен оставаться на месте отпуска. Неизвестно, сколько дней, ожидая, когда он станет отрицательным. Мы рискуем вскоре оказаться сотней итальянских ребят, заблокированных за границей, потому что у них позитивный тест, и они не могут вернуться. Вот так вот. Если тест окажется положительным, просто людей оставят заблокированным за границей. Вы понимаете, вот насколько это страшно, когда люди не могут вернуться домой, не могут вернуться на свою работу, к своей семье. Если же парню сделают прививку перед отъездом, он обо всем этом может забыть. То есть вот так вот они настраивают всех делать двойную дозу. И вот знаете, вот, друзья, как я думаю, вот почему-то сейчас именно подытоживают, чтобы все сделали два укола. Подсчитывают, там, кто сделал один укол, кто сделал два, вот тут все это как-то подсчитывают. И вот как мне кажется, что именно третья доза уже будет, как сказать, решающей, да, вот назовем так это мягко, решающей. Я думаю так. Она будет уже окончательной и бесповоротной. То есть начнется массовый мор. Пишите свое мнение в комментарии, друзья. Вот такие у нас новости. Всем пока.